Добрый вечер, сябры! Кольки вас тут собралося? А ці нема сирот вас тих, что за мною гонятся? Здається, нема. Вядома, вот що у страха великие. Коли опечешься на молодце, дык и на холодную воду дьмуть будешь. Вы ж, мусить, не ведаете, что за беда со мною здарилася. Дык вот я вам поведаю. Иду я до шляхты, как подзарабить трошки. Але шлях мой проз болото иди. Гляжу я, конь топится, а господар, коли я его бегая, да помогши клича. Никого не было, кроме меня. Да я подбегаю, тягну. Господар так само тягне. Вытягнули коня. Да ко мне я, загинул бы конь. А я на ту же беду хвост у коня оторвался. А гэткий шляхтюк, заместо того, как подяковать меня, накинулся и кажа: або у суд, або плати за хвост. И не отпускай, я вырвался, бегу, и он за мной бежит. Я на мост, и он за мной. Ледь не зловил. Я вниз, а я на ту же беду, кобета некая белизну моей там. Я скочу на ей, и мы разом с ею в воду. Я вылез, а баба так само, от крику было. Еще некий пришипился, видать, муж этой кобеты. Халера скинула на меня этих шляхтюков, каб яны прахом пошли. Коли б зловили, у турму посадили, а не трассу яны зловить. Нестерка не такий человек, каб живым у лапы даваться. Але, где же это я окунулся? Як тут красно, як тут ясно. Палац ты годи! Браточки мои любые, это ж я на фест радио. Белорусский класс, для усих, для вас. Кто хочет меду, меду на выгоду. Хусики, пачерки. Стушка. Дашь? Че? Кашули, спадницы, рушники, вышиваны. Миски, талерки, горшки, маляваны. Солодкие цукерки, горячие баранки. Пригожие хустки для поминок. Ляльки, свистелки, садки для деток. Бери, не пошкодуешь. Тановик, или ласка, зверни сюды, якомость. Миски, талерки, горшки, уласного вырубу. Дай Бог пригожий, дай Бог добрый я. Кожному досподоби, кожному доспотреби. Галіше кірмаш, людей як води, не равнуючи. Покаштуйте, панок, мой солодкий медок. Класку кіліше, для здоров'я кіше. Чого ж ти, пан? Я маю усе, що треба. Зірні, панок, сюди. Вас, пан, хотім до крами. Чого ж тут тільки нема? Лекам гроші були. Що, покупника, не бось? Вы негодницы, зводницы! Тебе панок, який спанок? Чуешь, як свинить, на тебе глядеть. Кашули, спадницы, ручники, вышиваны. Миски, талерки, горшки, маляваны. Какие клетки, как были здоровы твои детки. Какие крыжики, какие рыски. Дай Бог пригожие миски. Пригожие. Ты про кого? Про миску. Правду кажешь? Это доброе. Гляди, Польки, бы накупляв. Я мало заробить. Гроши сами в кишень лезут. За все даю шанцую. Хорошо, пиры, пан. Хорошо, так само ладно. Добрый, добрый. Олег, уж когда у пеши ставить? Ну, цацка. Правда? Цацка? Купляй, пан. Не пожалеешь, господыня дяковать будем. А сколько моя, не куплю. Чему? Тебе я много не возьму. Держи, добрые миски. Гроши нема. Ага, не купляю. Так я и треба. Нема. От, на вина. Ты чего ж на кермаш пришел? Ну и панок трясать у бок. Лихо! Тихо, кобета, тихо, трымай при себе свое лихо.
Чого не кермаш прийшов? Іди собі до ріку, тико, сьогодні кутик. Ой, злая жінчина. Ти шальоная, ти дурная. Скуль ти якості повної злості. Юня ще говорить. Іди собі. Хотим до хати, больше никто не купит. Пойдем, пойдем. Ну, вот это постоянно. Шляхтюки. Да вот меня шукают. Треба ратоваться. Я бачу нашу разыню. Мне сдается, я бачу его, когда пожару. Все может быть, воспаня. Сошить треба больше. Як злое, так отразу досуди. Нехай его по суде. Без суда не обидится. Ты, воспан, гляди у той бок, а я буду глядеть у ты, и он нас не усеше. Панове, коли ласка, миски, горшки, талерки, у власника вырву. Как каждому до спотребу, каждому до спанове. Нет, еще не дашь, больше ничего не продам. А я дался, понакупляю сегодня. Вижте, это митяй, каб его лика. Мама. Батюшка, а это все ты палец. Что за хаты ехать? А не батьки, не дочки. Напевно, из нас Юрка вырвался. Забыть его треба. А я же матуля, сами ведайте, что из меня любить, а я его так само. Дурненькая. Люблю. У наши годы девки проехали и думать не думали. Любить треба богатых и шляхетных. Принимать и дозволить. А он что? Ни племени, ни роду. Забыть его треба. Кали не могу. Фу, склопца. Бяры приклад с няне. А Лева, матуля, не за пана, якого вышли, а за тату. Ой, теперь покутую. Писала я мать, не отдавай меня не за простого мужика гончара. Усе мои подруги у люди вышли. Одна за каномом, другая список ученым человеком. А я что, хорошо не готлюю. Киньте, мама, киньте. Я говорю, киньте. Люди у счастья, да у богати жуть. Як мак у городе квітнеють. А я что? Марней, сок, як ты блинка при дорозе. Где мои девочая краса? Где мои молодые годочки? И все разъехали. Раз батьку твой бой. Все до батьки чепится. На что-то добрые. Вось иду. Коли я у житті щастя не нашла, ти хочеш дашка у людей вийде. Юрас добрий, він роботи не боїться, а серце його золотоє. Глупства! Нічого не скажеш. Йон хлопець вумний, не лянівий. Живох не п'яниця, а я ж бідний. А хто бідний, то щастя немає. Со мною буде не щастя. Глупство! Ой, бачу я, треба со шкаляром не сильно бить. Бачу я, мне пошанцевало. Дзявчина пригожая, хоть и из простых. Такую навод сирот шляхтянок не знойдешь. Мед, а не девка, дай Бог кожному. Да и посаву матка, напевно, не пошкадуя. Гроши-то у них есть? Да нас иди. Добрый вечер, пани Шкаля. Вечер добрый, пани Мальвина. Вечер добрый, паненка Наста. Чем маетесь, пани Мальвина, разумнейшая в свете женщина? Ничего, пани Шкаля, дякую. Який пригожий день, який богатый фест. Кольки поважных панов, кольки пригожих паненок.
Але сапраўдная здоба усяго гэтага кірмашу з'яўляецеся вы, пані Мальвіна, і вы, паненка Наста. Пані не быў ружа ў поўным квеце, а паненка Наста... Ах, што вы, панішка, вы нас бянтэжылі. Як пашлі вучальныя справы? О, дзякую за ўвагу. Мае навучальныя справы вельмі паспяховыя. Неўзабаве я скончу калегію. Чаму вы там навучаецеся? А я навучаюся ўсяму адразу. Потым, кім захачу, тым і буду. І кім жа вы будзеце? Магчыма, я буду магістрам элаквенцыі. Як? Ціши ты, дурненька я! Боже, а что это за слово такое? Мабыць, замежные? Так, пані Мальвіна, я маете рацию. Это слово ученое, замежное, латинское. И что это значит по-нашему? По-вашему, по-простому, это майстер красомовства. Ученая годность такая. Красомовство, ах! Я прихожа. Так само, може, я буду доктором юриспруденции. Это значит, доктор судовых наук. И сяду на посаду судьи. Махчима, так само, я буду доктором медицинции. Як? Медицинции? Ой, пробачьте, с дозволу пани Мальвины, доктором медицины, урачом буду. Чува? Судовно, это ж треба мець великий розум, а с таким розумом можно и королем стать. О, так, пани Мальвина. Я читал шмат ученых книжек, шмат вандровал по свете. Я веду зараз усё тое, что потребно ведать любому ученому человеку. Я цікаў. Кім вы гэта будзеце? Врачом ці суддзёй? Хутчэй за ўсё я буду доктором теологии, богословом. Чула? Священником. Мне попом. Шайся, я чуть-чуть просто уроки. Постараюсь, как это было в нашей посаде. Я цудовна. Да? Я на так взрадовалась, что не может говорить ни слова. О, так, зрозумела, пани Мальвина. А лишь меня одно тревожить. А калі ж гэта наша вяселле будзе? Як мы дамовіліся? О, апошні дзень прошу. Ох, як гэта доўга. Усяго два дні. Я лічу не толькі дні, але кожную хвіліну. Мама, мама, я гэта ўрокі прыехалі, завтра будзе свята. Ой, не пасмяяўся. Давно іх не было. Мама, а мы пойдзем на свята? Пойдем, дачушка, пойдем. А вы пойдете с нами? Я лічу, гэта не толькі прыемна, але абавязкова. С вами, пані Мальвіна, и с вами, паненка Наста, для мяне гэта будзе поўная асалода. Вось добра будзе разам. Напэўна, там будзе вельмі смешна. Прыходзьце абавязкова. Я лічу, гэта не толькі прыемна, але і святым абавязкам. Але ж я вельмі заняты чалавек. Таму выбачайце, пані Мальвіна. Выбачайце, паненка Наста. Мне трэба ісці да пільных справ да пана Бараноўскага. Да пабачэння. Да пабачэння. Вечерая. А я ж як твой бацька.
на корчме. А, пойду я пошукаю. Ястик! Юрасик, родненький мой! Сонька моя ясная, сердце мое, не могу я жить без тебя на свете. Сока мой любый! Неужели ты меня любишь? Люблю. Я уже правда. Правда, мой любовь, правда. С каждым днем тебя больше кахаю. Але что мне робить несчастное? Мать про тебя слухать не хочет. Казала ты ей? Усе казала, мой любовь, усе. Казала, что я тебя люблю и больше никого. Казала, что не пойду за школяра. Только за тебя пойду. А если за никого? Горе мне горе, проклятый школяр. Позабудешь ты меня, Настя. Отдадут тебе за школяра. Зробишься важней пани. У шоку, ды асканите, ходить будешь, на людей с высоку поглядать, а про бедного Юрося навык и не вспомнишь. Зязюлька ты моя ненаглядная, а батька что каже? А батька не субрац, а ты сам ведешь, як мама скажет, так и будет. Эй, хлопча, послухай. Кто это? Чего треба? Так это ж я, Нестерка, може шу? Нестерка? Шу. Здорово, друже. Чего сумуйся, молодые пригоды? Ты ось, Настю, мать не хочет за меня замуж отдавать. Ой, друже, я твою беду руками разведу. Слухайте теперь. Дівчати майнабрі і пригожі такі, ми вас зараз припельом, як у літі ми живем. Наша сьогоднішня задача – обвісити вчитися вей, білоруську сторону повсім дітей прославляй. Ульяна!